Отец приходит в зоопарк с 5-летним сыном, проходит мимо ишака, а у него там хозяйство аж по земле стелется. Мальчик: «Папа, пап, а что это у него там такое?» Отец: «Ерунда, не обращай внимания!» Через неделю мальчик приходит в зоопарк с мамой, а у ишака, аж в землю упирается. Мальчик: «Мама, мам, а я знаю, что это такое!» Мать: «Ну что? Ерунда! Так, кто тебе об этом сказал?» «Папа!» Мать отвечает: «Это у папы ерунда, а это, то, что надо!» Ha 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 ha!